Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Господи, у меня слов нет. У малышки огромные опухоли на животе. Это что-то страшное. Просто что-то страшное. Вроде бы больше нигде ничего, но она раненая чуть-чуть. Так, у нее опухоль вот здесь огромная. И у нее очень плохие что-то с зубами. Вон, вообще страшное что-то. Так, малышка, врача сейчас нет. К врачу только завтра. Все, что я могу сейчас сделать, это положить малышку на капельницу, потому что она в очень тяжелом состоянии. Ее все трясет. Она крошечная, она очень крошечная. Господи, прости. Она в жутком состоянии, просто в чудовищном. Просто в чудовищном, бедное дитё. Сейчас будем капаться. Она качается после капельницы, но пьет. А вот это у нее такая спина. Господи, боже мой, плохо видно. Но это ужас просто, ребят. Она вся в кровоподтёках каких-то. Бедная детюшечка. Но она очень сильно хочет пить. Хотя я хорошо ее прокапала. Но мы, после капельницы она стоит. Спинка у нее ранена. Бедное дитё. Я как могла обстригла колтуны. Она бедненькая еле стоит. Ой, я извиняюсь за бардак на кухне. Никто не ожидал, что манявочку подбросят. Поэтому уборка отодвигается на неопределенное время. Малышка, котичка моя, дай я тебя посмотрю. Вот так. Все, дитё пьет. Детюшечка пьет. Господи.